Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-энциклопедия от A до Z. И сегодня мы узнаем о таком музыканте, как Брюс Дикинсон. Брюс Дикинсон на своем веку перепробовал много разных занятий. Сочинение книг, фехтование, вождение самолетов, ведение радиопередач. Конечно, может, он и хорошо справлялся с этими делами, но широкой публике стал известен благодаря фронтменству в знаменитой метал-бригаде Iron Maiden. Пол Брюс Дикинсон родился 7 августа 1958 года в местечке Ворксоп, графство Ноттингемшир. Спустя некоторое время их семья переехала в Шеффилд, причем еще в юности по неизвестным причинам Пол сменил свое первое имя на второе и с тех пор стал Брюсом. Рок-музыкой он увлекся на заре 70-х, когда стал слушать группы типа Deep Purple. Сначала Дикинсон пытался играть на отцовской гитаре, потом попробовал себя в роли барабанщика, но и там у него не задалось, и он переключился на микрофон. Во второй половине 70-х Брюс сменил несколько местных команд – Styx, Speeds, Shots, но ни одна из них особо не котировалась. Положение и изменилось, когда Дикинсон под именем Брюс Брюс влился в ряды Самсон. Эта группа, являвшаяся представительницей новой волны британского хэви, пользовалась гораздо большим спросом, чем предыдущие проекты. Самсон Брюс записал пару альбомов, после чего покинул коллектив, сославшись на творческие разногласия. Как раз в то же время Iron Maiden лишились вокалиста и искали замену Полу Дианна. Узнав про это, Дикинсон немедленно отправился на прослушивание и по его результатам был зачислен в официальный штат. Кооперация оказалась удачной, и спустя несколько месяцев группа выпустила альбом The Number of the Beast, ставший классикой британского хэви. Последующие релизы подтвердили мощь Iron Maiden, однако в металлической среде начали циркулировать слухи о распаде команды. И хотя до полного закрытия проекта дело не дошло, между Дикинсоном и Стивом Харрисом действительно происходили стычки, в результате чего вокалист стал поглядывать на сторону. Первой его работой за пределами Iron Maiden стала песня Bring Your Daughter to the Slaughter, прозвучавшая в фильме «Кошмар на улице Вязов». За ней последовало предложение записать сольный альбом, что Дикинсон и сделал, привлекший к работе своего друга Яника Герса. Tattooed Millionaire, изготовленный всего за 2 недели, резко отличался от творчества команды Брюса и имел облегченно-коммерческий саунд. Выполненный в традициях хард-рока и поп-металла и сопровождаемый пачкой хитов, альбом пользовался неплохим спросом и угодил в британский топ-20, но после выхода пластинки Брюс продолжил сотрудничество с Iron Maiden. С группой вокалист записал еще парочку студийников и лишь в 1993 году все же покинул состав и вплотную занялся сольной карьерой. Сначала Дикинсон попробовал работать с музыкантами из Skin и продюсером Кифом Олсеном, но остался недоволен произведенным на свет материалом. Выручил Брюса гитарист Tribes of Gypsies Рой Зи, с помощью которого был записан второй альбом. На Болсту Пикассо, на металлические корни Дикинсона наложились его увлечения творчеством Питера Гейбриэла, привнесенные Зи латинские ритмы и альтернативный вайб 90-х, в результате чего работа вышла слишком экспериментальной для широких масс, но при этом отметилась в чартах многих стран. После релиза Рой и Tribes of Gypsies занялись своими делами, а Дикинсону пришлось искать новых партнеров. Пригласив в компанию гитариста Алекса Диксона, Брюс при его участии записал зальник Alive in Studio A, а затем вместе с ним же подготовил материал для третьего студийника. В роли продюсера Skunk Works был избран ранее работавший с Nirvana Джек Индина, что лишь подчеркнуло желание вокалиста попробовать себя в гранже и альт-металле. Альбом вызвал сравнение с творчеством Soundgarden и Therapy, и хотя лишь на одну ступеньку не дотянул до топ-40, многими давними поклонниками Дикинсона так и остался непонятым. Потоки нареканий заставили вокалиста крепко задуматься, и в итоге он решил вернуться на территорию хэви. Возобновив сотрудничество с Роем Зи и призвав на подмогу бывшего коллегу по Maiden Эйдриана Смита, он записал диск Accident of Birth, на котором увесистые металлические боевики уравновешивались душевными балладами.
На сей раз критики разразились бурей восторгов, и Брюс справедливо рассудил, что неплохо бы сохранить работавшую над четвертым студийником команду и для следующих сессий. Касающийся алхимии, полуконцептуальный альбом «The Chemical Wedding» был инспирирован произведениями Уильяма Блейка, и хотя в целом продолжал линию «Accident of Birth», получился более тяжелым и мрачным, причем темп композиции несколько снизился. Ко времени выхода концертника «Scream for Me Brazil» отношения Брюса с Iron Maiden нормализовались, и вокалист вернулся в родную команду. Несмотря на этот факт, Дикинсон продолжал выступать и как сольный исполнитель, а иногда встревал и в другие проекты. И все же свежий материал ему удалось опубликовать только в 2005 году, когда в продажу поступил диск «Tyranny of Souls». Альбом вновь записывался с Роем Зи и демонстрировал приверженность Дикинсона классическому хэви, причем многие обозреватели назвали этот релиз более интересным, чем последние работы Iron Maiden. В том же году дискография Брюса была переиздана с добавлением бонусов, но в дальнейшем вокалист сосредоточился на командных делах. Во второй половине десятых вышел документальный фильм «Scream for Me Sarajevo», запечатлевший выступление Дикинсона в Сараево во время войны в Югославии. There were secrets in my mind.